Сегодня в АТБ я купил мороженое Монако с карамелью. 80 грамм, стоит 17 гривен. И кунжутом, я так понимаю, да? Энцизам. Семечки какие-то. Так, это где-то 65-70 центов. Сделано в Украине. Смотрим состав. Молоко, сахар. Разрезаем. Так. Вот оно какое. На палочке. Кусаем. Думаю, вкусно очень. Шедевральное. Мне понравилось. Все, буду брать такое.